Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 2, вопрос 778. Как быть, когда священник заставляет что-нибудь делать вопреки канонам? Нужно ли здесь послушание? Например, отпевание неверующего и так далее. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Насильно никто вас не сможет заставить, но вы должны не просто сказать об этом священнику, но на основании Писания, канонов, обличить его беззаконие. Если он закоснел в этом делании, нужно сообщить о том епископу, нажаловаться на него, потому что сей обман только от корыстолюбия. Деяния 5.29. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком».